Да, мой маленький озабоченный друг, это 69-я серия карьеры за Манчестер Юнайтед в PES 2016. Надо вообще уже, в принципе, поскорее заканчивать карьеру. Не знаю, сколько серий будет в этом матче, сколько серий будет в этой серии. Бля. Сколько матчей будет в этой серии. Вот, неужели я смог это сделать? Не буду делать полную нарезку. Ёпта, нихера вы чё, Да ладно, забили. Я, конечно, не мог бы и не вставлять нарезку, но ладно, блин, капец, как так? Такой лол. Бля, ну тут же сравнивают. Давай. Изи гол, Лео Месси. 2-1. Манчестер. Манчестер идет к победе. Извините, конечно, но какое-то говно, но чтобы на Олд Траффорде побеждало. Не сегодня, братаны, не сегодня. Ох! Король вернулся! Дубль Лео! Хамис, гениальный пас. Ну, слушайте, мне кажется, тут хватит уже унижать этот Йоркшир. Перерыв. 4-1. Пока что вообще не чувствую. Хотя ударов у них в створ даже больше. Слушайте, ну раскат сегодня идет просто на ура. Лео Месси, 5-1. Они с Неймаром, конечно, чувствуют. Что-то знают об этой игре. Забивает все-таки Йоркшир. Это, кстати, Асамоа Гьян. Такой стильный негр у нас. Особо ничего не меняет. 5-2. Я думаю, матч так и закончится. Поэтому давайте уже приступать будем к следующей игре. Ну что ж, друзья, теперь у нас Сандерленд. 1-0. Сандерленд открывает счет. Это Рикардо Альварес. Упустили мы. На 36-й минуте Сандерленд повел. Да. Мы слили. Эта игра, она просто ужасная, друзья. Я не понимаю. Сегодня что не пас, то ноги Сандерленд. У меня сейчас, наверное, точность пасов 50%. Месси 1-2. Отыграли. 1. Но я не думаю, что мы спасем эту игру, потому что все очень плохо в этой игре. Здравствуй, Сли. Просто заебись. Ну и сейчас у нас игра против Манчестер Сити, друзья. Таблица у вас перед глазами справа. Если мы сольем, то... Считайте, чемпионство проебано. Поэтому сейчас надо приложить максимум, чтобы просто вот победить. Хороший удар, но прям по центру. Но он, кстати, выглядит, этот удар, очень эффектно. Да, ну тут высший класс. Я даже не могу о чем-то говорить, вы сами видели этот, блядь, розыгрыш. Пятка, блядь, который я не знаю, кто вообще мог ожидать. Нет, Сити просто быстрее. На самом деле, да, в этом проблема. Сити просто быстрее меня играет. Прошла таки эта передача на Месси, удар. Но это, блядь, все равно не опасно ни хрена. Ну что этот удар, блин, ближний угол, Харт, блядь, расплюнет. Перерыв, 1-0. Я не знаю, как играть против Манчестер Сити. Блядь, 72% на 28% владения мячом, ребят. Ну о чем тут вообще можно говорить? Если у меня за первый тайм, сука, 28% владения мячом. Я мячик не трогаю вообще практически. 28%, это считайте, я чё, 15 минут. 15 минут в первом тайме мячик потрогал и все. О, гол! Депай! Сука! Сосать! Мы, бля, родили этот гол. Я вообще охерел. Харт промахнулся. Я охерел просто. Из ничего какой-то гол сделали, бля. Альба, Шнедерлин и Эден Азар сейчас выйдут на поле, чтобы помогать затащить эту каточку. Сложную каточку, причем. Блять, ну что, ёпта. Да. Я пытался вынести, но очень медленно. Очень медленно у меня рожал игрок. Блять, нихуя себе, сразу, сука, мясорубка такая влетает. Писос, блять. Я нахуй ебал такие матчи. Да, сука, нихуя себе, вас тут, блять.
Чё такой прессинг-то на 85-й минуте? Вы, сука, 3-1 ведете, вы, бля, не корову проебываете. Чё за херня? Они, блядь, прессингом идут. Ебать, просто я хуею просто с Манчестер Сити. Я, блядь, как должен играть-то вообще? Я тут чё, киберспортсмен, что ли? Посмотрите, блядь, чё за прессинг, как мне вообще из него выходить? Пизда, я, блядь, просто нихера не могу сделать, не. Мысль о том, что в следующем, блядь, туре у меня там Арсенал, прям греет душу. Я, блядь, ничего не говорю, но это сколько, блядь, надо задротить, чтобы уметь, блядь, играть против такого компьютера. Я столько FPS, извините, играть не буду. Чтобы, блядь, придрочиться к такой игре, спасибо, нет. Мне, блядь, мои нервы дороже. Ну пиздец, ну, блядь, ну посмотрите, ну чё за нахер? О, заебись, блядь, поиграл, сука, Барселона, луч энергия, нахер. Пиздец просто. Выебали, блядь, без призиков, просто. Без резины, нахер. 31% владения мячом. Лоб твою мать. Я вам говорю, из 90 минут я, получается, владел, блядь, 30 минут просто мячик покатал, сука. Остальной час им, блядь, просто владел Манчестер Сити. Так, друзья, сейчас у нас Лига Чемпионов против ПСВ. Поскольку этот матч не несет никакой вообще смысловой нагрузки, мы и так уже квалифицировались из группы. Я его со спокойной душой рассчитываю, мы выигрываем его 1-0. Собственно говоря, итоговая таблица после 6 проведенных матчей, то бишь после группового этапа, выглядит так. Да, мы все-таки... Не знаю почему, но мы опередили Барселону там по каким-то показателям дополнительным. Собственно говоря, неплохо, но есть еще плохая новость. Травмированы Месси и Хамес. Ставь лайк, если это пиздато. Жеребьевка Лиги Европы у нас: Вольфсбург, Челси, ПСЖ, Наполи, Барселона, Манчестер Сити, Гладбах, Аякс. Сука, ха-ха, Барса Сити, да, блять. Наконец-то, блядь, один из фаворитов сразу отсосет в первом же раунде. Дальше Валенсия, Ливерпуль, Спортинг, Ювентус, Твенте, Бавария. Бля, Марсель Мью, сука, опять с Марселем ебашить. Мы же с ним в прошлом году играли. Ну все, кенты, на этом все. Всем спасибо вам, кто посмотрел 69-ю серию. Как бы, блядь, вам сказать, что в 69-й серии меня выебали, блядь, без резиночки, просто пиздец. В следующей серии у нас с вами Арсенал, там и клубный чемпионат мира. Собственно, это тоже важный турнир, который хотелось бы взять. Это, возможно, очередной трофей на самом вот таком уровне сложности. На этом все, друзья. Всем спасибо. Поставьте лайки и, блядь, все. Всем пока.